Добрый день, дорогие друзья. Смотрите, какая у нас... Я даже не знаю, как и сказать, красота или не красота. Дело в том, что сейчас 17 ноября 2018 года. Температура плюсовая, плюс 2. Все утро до где-то полчетвертого шел дождь. Сначала мелкий, потом сильный, и потом сразу после дождя пошел снег. Вы представляете, если сейчас подмерзнет, то весь этот под снегом лед замерзнет. Что вот наши девки. У Дуньки с этой стороны, кстати, стенка должна греться. Не знаю, теплая или не теплая, Дуняша, у тебя стенка. Да нет, не теплая, она там закрыта же. Чего лапки закрыла? Вы смотрите, как она лапки закрыла. Солнце покушали, мои девочки. Так, у Веды я сегодня не убирала. Веда вон там у нас сидит. Да сиди, сиди, мое солнышко, сиди, мое хорошее. А Веста, конечно, на своем месте. Вот это у нас вот так вот здесь выходит, видите, труба. Ха-ха-ха. Еще увеличивать будем. Вот. Тягу делать выше. Ну, это пока муж так приделал. Тоже надо будет крепление делать специальное. Как бы мы... Сейчас они на работе все. Снег пошел, зима начинается. Все. Осталось меньше 2 недель. 1 декабря будет. Ну все, друзья, на этом закончу. Хотя снег уже выпадал, таял, но тут уже хлопья. Крупные. Смотрите, какие хлопья валят. Видите, хлопьями наваливает. Еще куча урожая лежит, надо собрать срочно. А то под снегом-то и не видно будет. Ой. Начинается зима. Все. Всем хорошего. Заходите на канал. Мы очень рады. Подписывайтесь. У нас всякого. И животные, и собаки, и растения. И вот открыли энергетический такой канал. Не магия. Лечение. Все. Пока-пока.